Извините, я прежде чем показывать, как правильно, я еще хотел вот о чем сказать. Вот, обращаясь к Денису. Значит, там, конечно, я так мельком кругом пробежал, но звучит трыщ, там, планктон. Ну, неуважительно так людям. Вот это вроде как безобидно, дрыщ. Вроде бы как с юморком. Но подождите, дрыщ это еще не значит, что он там какой-то не такой человек и заслуживает даже такой юморной, саркастическое обращение. Нет, не забывайте, что в нашей, вот на бывшем СНГ, вот арестантский люд, он заполняет какие-то ниши общества. И они все худенькие. Там, они такие вот, хоть и худенькие, но они духовитые. Они такие тертые. Они бывают очень жесткие. Но я говорю это не с праздных каких-то вот своих соображений. Ну, как я иногда говорю, что у меня один друг детства рецидивист, а другой контрабандист. Я все-таки достаточно близко это знаю. Вот это особенно вот в те жесткие времена 90-х годов, вот очень часто вот такие вот качки здоровые, с битами, иногда и вооруженные, получали даже вот в те военные, вы говорите, 90-е времена отпор. Потому что, конечно, выйдут такие на полусогнутых, худые, авторитеты все уголовные, они такие достаточно наркоманистые. Но не вытаскивают автомат Калашникова и бьют, и не помогают ни битый, ни внешний вид. Поэтому, ну, к людям надо как-то уважительно. Люди есть везде. И на воле, и в зоне, и на государственном уровне. И толстые это люди. И вот эти худые тоже люди. Извините, отвлекся. Итак, продолжим.